еще ММО, если у нас был отряд мечников, как готов нет. Можем вообще, ну по идее мы могли просто сюда пересечь. А вот он где это, но мы не можем написать. Вот еще здесь. Да и как бы не то, что не нужно делать. Поскосили с вам. Арбалетчики. Сука. 12. У этих больше урон. Но хп меньше, но больше урон. У этих наоборот. Больше хп. Удар рукопашный форум. 9. Там мы не сможем. А всего один. Плюс 8 или плюс 8 квадратуры. Наверное. Ну это не сам, конечно. Так если сестра были бы, они были еще и посвященные. Как бы нам их. Так если тут. Все равно против игры. Да уж не хватит очков. Ну, контратаку. Ну никогда тут. Так, типа, невыгодно было драться, еще уже был? Ладно, закончим. Только на мы нападаем. Выскочит сюда и выстрелит. Зачем? Не хотел бы хотя бы отряду. Сработала защита, хоть как. Какое-то количество болтов на арбалета в ногу. Как... Шесть-девять. Если мы выйдем, все. Можно повысить защиту. Ну, быстро много хп, но... Не проломимся. Ну что, 6-9. Ну, сестра бури надо. Тогда подключаться до кибалка. Все, он еще не что-то помогает. Может со щитом. Это ненормально. Да, этот парад не помню. Может, не побить.
были на грани уничтожения. Он починил. Третьи тут сбежали. Можно было не выходить с тех границ. Это какая-то засада. Кто? Независимый отряд. Летел, что там что-то сидело на мосту. Ну то есть, судя по всему, можно было там бросить или бег ухитить и уйти в эту сторону. Раз они не смогли бы это делать. Так, ну по сути это все. Заклинание бега. Так 7 туров. Блин, он закончил завод быстрее. А на дворец будто скупился. Да не охотник. Бард. Двух нужно. Ладно, нужен склад и стрельбище. А у нас нет. Есть 50 минус фракций. Базовый доход 30 за... Не, ну хватает. Чем мы сразу не... Не было их хлопнуть. Ну когда мы выезжали? Конструкция у нас 50 было бы 60 уже совсем. Ну это, наверное, не надо. 80. Потому что местник и так 50 ровно. Ну там уже видел, но этих много. Ну сейчас же строительство там. Десять знаний и сотни крайцев. Надо развить город потом. Бани дают там и больницы типа. Хиверсы. Следующий потом что-то. Не, ну если я не атакую, так выходит.